Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Сегодня я снимаю видео по запросу. Алла Белочка, тебе привет! Это обзор на набор «Одни дома» от фирмы Панна. Артикул набора G1247. Размер готовой работы 23,5 на 27,5 см. В крестиках это 145 на 172. Используется 24 цвета, дизайнер Наталья Васильева. Уровень сложности набор троечка. А значит, набор наш с вами не совсем простой. В набор входит иголочка с золотым ушком, канва 16 каунта. Мне очень понравилась эта канва. Она не очень жесткая, но и не очень мягкая. В меру накрахмаленная, не ломается. Ниточки. Нитки расположены на двух палетках. Первая маленькая со светлыми оттенками голубого с белым и золотистый металлик. Вторая палеточка согнута вдвое. На ней расположены вот такие цвета, начиная от очень темно-коричневого, много оттенков теплого коричневого цвета, бордовый, розовый и палитра серых цветов. Замечательные ниточки, очень мне нравятся. Здесь нитки фирмы Гамма. Я люблю работать этими нитками. Единственное, что мне не очень нравится в наборах фирмы Панна, это короткая нарезка нитей. Я привыкла вышивать длинной нитью. Ну что же, будем вышивать такой, какая есть. Схема расположена на двух больших листах формата А2. Схема символьная, крупная, замечательная схема. Очень удобная. Помечать, закрашивать. Себе сделала ксерокопию этой схемы. Во-первых, таким образом листы меньше размером. Удобнее будет работать. И оригинальная схема останется нетронутой. Также на этих же листах со схемой расположены все инструкции. Давайте еще раз. В набор входит все необходимое для вышивания. Канва Гамма 16 каунта. Специальная игла с тупым концом Гамма для вышивания. Хлопчатобумажные и металлизированные нити мулины Гамма на держателе. Подробная инструкция по вышиванию. Ну и, собственно, инструкция действительно подробная. В инструкции написано все. Какие узлы. Все, что требуется для вышивки. Это координаты фирмы Гамма. Сайты, на которых эта фирма располагает, выставляет свой товар в продажу.
Ключ расположен на каждом из листов. Собственно, это тоже очень удобно. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Значит, смешанные цвета, бленды, да, у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь блендов. Смешанные цвета, полный крест в две нити. И полный крест в четыре нити, по две каждого. Также в работе используется бэкстич. 4 цвета, и на схеме они обозначаются точно так же. Вот он, красный цвет, зеленый, черный и темно-синий. Обозначен центр схемы крестиком. Ну, я думаю, производитель очень хорошо позаботился о своих вышивальщицах. Все, что нужно для вышивки, в набор вложено. Схема очень удобная, канва замечательная, иголочка, ниточки. Еще раз давайте взглянем на цветовую палитру нитей. Первая и вторая палетка. И вот такой результат в итоге у нас с вами должен получиться. Ну что же, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго.